Привет, дружище, меня зовут Шамб, и мы продолжаем наши с тобой приключения в игре Готика 3. В предыдущей серии Безымянный прибыл в город Трелис. Там он повстречал своего старого знакомого с острова Харинис, стражника и бывшего бандита Торуса, который в очередной раз несет дозор у ворот. Торус был несказанно рад моему появлению и теперь мечтает только о том, чтобы я провалился под землю. Но по поводу священного артефакта удалось узнать немногое. Лишь то, что ассасин Хабир вроде как знает, где тот находится, но расскажет мне об этом только в том случае, если предводитель орков Вак расплатится со своими долгами перед ассасинами. Так что в целях на ближайшее время поработать на орков, заслужить их уважение и доверие, получить аудиенцию Вака и заставить его расплатиться с долгами. В общем, цели ясны, давай приступать к исполнению. И на текущий момент я нахожусь на ферме, между Редоком и Кабдуном. Да и сейчас уже поздно, поэтому предлагаю, нет, не спать, а сбегать и закупиться стрелами. У меня осталось всего лишь 272 штуки, а это как-то маловато. Так, тут спит падальщик, дай-ка я тебе пристрелю, иначе ты за мной погонишься. Отлично. Стрелы я могу купить у Йенса, охотника, у Сирука, вора из Кабдуна. Можно также телепортироваться в Редок, там их продает Гелфорд, плюс охотник из Ордеи. В общем, думаю, штук 500 наберу. А здорово, Йенс. Покажи мне свой товар. Так. А у него обычных стрел нет, только огненные. Их я покупать не хочу. Давай тогда закуплюсь болтами. 864 монеты, как же дорого. Ну, ладно, у меня и так 20 тысяч. Возьму их про запас хотя бы. Тогда побежали к Сируку. Вообще странно, что Йенс не продает стрелы. А с другой стороны, он ведь охотник, то есть ему самому стрелы нужны. И, наверное, я бы на его месте тоже их не продавал. Зачем это? Так, вот он, Сирук, что-то ест. Приятного аппетита. Покажи мне свой товар. 89 стрел. Это как-то маловато, я рассчитывал на больше. Также у него есть всякие заразные огненные стрелы. Но они все дорого стоят. 200 золотых за одну стрелу. Это просто безумие. Никаких более качественных луков у него нет. И все остальное меня не интересует. Одежда бандита практически не дает никакой защиты. Ну а кольцо... Нет, от него я тоже откажусь. 7000 за 15 единиц защиты от стрел — это просто перебор. Так, 1200 монет. Давай-ка я тебе продам составной лук и кистень огров. И неплохо, между прочим, заработаю. Ну, отлично. И давай теперь отправимся в Редок. А, здорово, Гелфорд. Надеюсь, ты натащил стрелы. Покажи мне свой товар. Да, у него 126 штук. Замечательно. Но, правда, я теперь ему вряд ли что-то продам. А, ладно. Итого у меня 485. Неплохое число. Так что давай поспим и с утра отправимся в Трелис, так сказать, с новыми силами. Я выспался и отдохнул. Замечательно. И сейчас я нахожусь около западных ворот, рядом с Торусом. В предыдущей серии я расследовал странное происшествие. Западная ферма была уничтожена, и непонятно кем. Сначала орки подозревали, что это сделали саблезубы. Но это выглядит как-то странно, потому что саблезубы что бы сделали? Сожрали овец, коров, крестьян. Но зачем им разрушать дом, и каким образом это они могли сделать? Так что... Эта версия не прокатила, да и саблезубы были не такие уж и опасные. Ну, по крайней мере, по мнению орков. Меня они за два укуса могут сожрать. Так что у орков есть новая теория, что это сделали странники. Как по мне, так это вообще странно. Зачем странникам нападать на обычных крестьян, которых орки заставили работать на них на ферме? У меня что-то эта мысль не стыкуется в голове. Но нужно все-таки проверить. Орки также сказали, что странники находятся на севере. Только вот теперь вопрос, а где именно на севере? И у меня карты поменьше, к сожалению, нет. Разве что где-то я вот здесь нахожусь.
Тут перехожу через речку. Давай-ка я гляну просто чисто на севере от фермы. Наверное, даже на северо-западе так будет правильней. А потом перейду через эту реку. Так, тут никого же нет. Ага, Глорх первый, Глорх второй. Ну, можно, конечно, незаметно мимо них пробежать, но дай-ка я их расстреляю. Хотя, я хочу кое-что другое проверить. А сработает ли приручение? Правда, оно у меня одно. Жалко будет тратить. Ну, ладно. Так, Глорх, ты где? Теперь его нужно заметить. Ага, вот он. Надо смотреть на Глорха. Итак, приручись. Да, сработало. Ну и замечательно. С другой стороны, Глорх не то чтобы был силен. Хотя, будет выполнять роль стенки. Так, стреляю чисто на чутье. Отлично. Мимо. Чуть своего не задел. Мимо. И убегаю. Правда, от Глорхов толком-то и не убежать. А, они между собой начали грызться. Отлично. Огонь. И еще. Вот каким образом я сейчас промахнулся, когда я в них попал. Ну, а теперь понятно. Так, спасибо тебе. И он был ранен. Но это, конечно, нехорошо. Ладно, давай проверим, что они охраняют. Точнее, охраняли. А тут еще один. Да, как правило, глорхи — это стайные животные. Тут еще даже два. Не дострелил. Перестрелил. Вот как сейчас-то я промахнулся. Ну, наконец-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужно убегать. Хотя можно взять копье, провести вертушку, и пусть мой Глорх сражается с другим. Ну вот, вертушка толком урона никакого не наносит. Надеюсь, мой Глорх справится. Дай-ка ему совсем чуть-чуть помогу. Упс. Отпрыгнул куда-то не туда. Куда-то не туда. Снова вертушка. И еще одна. И продолжаю кружить. Так, помогай мне. Ну, отлично, мы справились. Правда, мой Глорх сейчас помрет. Вот жалко, что ему нельзя дать мясо. Только сказать, что он свободен. Так, что они здесь сторожили? Колючий стальник. Какой-то ящичек пустой. А на другом побережье вижу болотника. И странников что-то не видать. С другой стороны, вряд ли они будут сидеть около воды. Все-таки сырость, комары. Ух, как же эти комары достали летом. Ну и в любую жаркую погоду. Так, и неужели тут ничего не было? Телекинез? Нет вообще ничего. Ладно, глорхи просто здесь паслись, а я пришел и их всех расстрелял. Дикая ягодка. А нет, есть хотя бы адский гриб. Они у меня заканчиваются, и плюс они необходимы для грибной похлебки. А давай проверим дорогу, которая ведет на север. Может, как раз таки странники спустились с гор и решили напасть на ферму. Ну, не знаю, потому что она просто портила им вид. Это, конечно, глупо, но я вообще не думаю, что это они сделали. Так, чугун, корешок. И там, судя по всему, пещерка на севере. Тут ничего не видать. Солнцегляд. Кротокрыс.
Ничего себе, он хрюкает. Я его за 3 километра услышу. Огонь. Недолет. Отлично. А их еще и двое. Казалось бы, такие беззащитные создания, как же они агрессивно себя ведут. Ай, да еще и укусил меня. Отлично. И куда я покатился? Мясцо, жир. Мясцо, жир. Но с учетом того, что около пещеры жили кротокрысы, вряд ли там обитают странники. Хотя почему кротокрысы жили, а странники обитают? Это как-то неправильно. А, тут ничего не видать. Ну, давай проверим, кто живет в пещере. Если этот кто-то мне не по зубам, то можно отступить в любом случае. Аккуратно, осторожно. Но 100% пещера не будет пустовать. Это достаточно хорошее место, чтобы укрыться, поспать, переждать непогоду, устроить здесь логово. Мракорис. Мракорис — это нехорошо, а с другой стороны, мракорис — это хищник. А я ж умею охотиться на крупную дичь. Давай-ка проверим, сколько повреждений я нанесу. И знаешь что, давай-ка я использую огненную стрелу. Ну, он такой шерстистый. Конечно, я понимаю, что эффект от этого не меняется, но тем не менее. По идее, он должен гореть получше, но... Хм, это как? Я стреляю в него и промахиваюсь. Вот опять я ему стреляю в голову и промахиваюсь. Что за ерунда? Ему только в тело стрелять, что ли? Да, вот загорелся. Мимо. Все. Прощай, Глорх. Но пока я от него убегаю, он будет немножко подгорать. Почему бы нет? Кстати, очень странно, что мракорис как-то медленно перемещается по сравнению с теми же глорхами. Или по сравнению с теми же кротокрысами. С другой стороны, он такое грузное существо. Но мне кажется, он должен быть пошустрее, иначе он вообще никого не может поймать. Хотя он находится ночью, может... Специально ждет, пока другие звери лягут спать, отдыхать, а потом нападает. Ну, примерно как я с ним. Пока он днем спит, я нападаю. Так, мракорис сгорел. И, пожалуй, возьму свои обычные стрелы. Горит хорошо, но повреждения растянуты на длительный временной промежуток. Так, это что у нас? А это мой глорх. Не знаю, мне не особо нравятся эти огненные стрелы. Итак, скорее всего, он тут не один. Наверное, будет целое семейство. Так, давай-ка я пока здесь осмотрюсь. Другие мракорисы в любом случае сейчас спят, отдыхают. Если я их не беспокою, то они на меня не нападут. Так, ржавый меч, ржавый боевой голем? Ну, судя по всему, да. Так, а я не дострелил до него, что ли? Чего? Или он просто неуязвим для стрел? Ну, судя по всему, да. Сражаться в ближнем бою с големом? Я не рискну. Так что эта пещерка пока что не для меня. Ну, либо мне придется взять с собой копера. Но, опять же, копера с собой я буду брать только в том случае, если завершу все дела в Реддеке. И потом отправлюсь в сторону Неморы. Чтобы, опять же, на копера наемники или орки не нападали. Итак, в этой пещере нет ничего, значит, странники обитают где? За речкой, судя по всему. Потому что сейчас я уж слишком на северо-запад отошел от фермы. Ладно, побежали. По крайней мере, я разведал, что здесь находится, и теперь знаю, мне нужно или стать сильнее, или завести напарника. Ничего себе, вода там течет. Так, солнцегляд, огненная крапива,
Пьяная ягодка. Немного решил скатиться. И вроде как за этим мостом снова обитали глорхи. Но теперь я не смогу их приручить. Да вот он сидит. Интересно, а глорх с болотником воюет или нет? Давай-ка я в тебя выстрелю отсюда. Ты вроде как один. Но не уходи никуда. Отлично. Мимо. И еще раз мимо. Ну, наконец-то хоть попал. Великолепно. Замечательно. Проблема глорха в том, что они узкие, скользкие, стремительные, и по ним сложно попасть. Но, честно говоря, мне, в принципе, по всем сложно попадать. Так, еще один глорх. И там вижу еще двух, по-моему. Если они все побегут, то я вернусь на ферму. Я не справлюсь иначе. Перелет. Мимо. Попал. Так, а теперь можно взять и алебарду, и провести вертушку. Беги сюда. Ну, отлично. В общем, три стрелы и вертушка этого достаточно. Лишь бы они только вдвоем не прибежали. Так, они разошлись. Один на север, другой на юг. Дай-ка попробую в этого попасть. Получится ли? Расстояние огромное. Нет, мне кажется, слишком далеко. Лучше отсюда выстрелю. Тут, по крайней мере, я вижу, что глорх — это глорх. Только вот его брат подошел. Плохо. Да что ж я так отвратительно стреляю? Еще выше. Отлично. И они вдвоем бегут. А это уже очень плохо. Да и еще промахнулся, и чуть меня не укусили. С другой стороны, я могу просто обойти этих глорхов и не маяться с ними. Почему бы и нет? Ну, с другой стороны, можно вот так не спеша отходить, лишь бы за моей спиной ничего не было. Иначе, ну, вот так вот, мне не сдобровать. Давай-ка я побегу. А то я что-то не уверен. А с другой стороны, вот уже и ферма. Пускай орки сами с этими лорхами разбираются, а я посижу у костра, восстановлю здоровье. Или глорхи решили... А нет. Глорхи там сражаются, я отдохну. Немного отдохну. Я вот тоже такого мнения. Только как на этот чертов костер посмотреть? Ладно. Не буду отдыхать, помогу этому орку. Вертушка. Новый уровень. Отправляйся кормить червей. Угу. Так, мелочевка. Надо будет съесть немножко мяса. Хряб. Так, только я забежал непонятно куда уже. А на семерку время на мясо. Пока не восстановлю здоровье, потом зелье выносливости обратно. Итак, тут какое-то придорожное кладбище. Придорожное кладбище, и тут вроде как безопасно. Еще одна разрушенная ферма. Тут вроде как безопасно, и указатель. А туда, к Трейлису. А здесь ржавый меч, деревянный щит. Не знаю, кто здесь погиб. Возможно, был какой-то караван торговцев. Это первое, что приходит мне на ум. Дикая ягода.
гоблинская ягода. А что здесь на побережье? Мертвый шершень. Хм. А, да, точно, я же здесь был. Потом заметил глорхов, развернулся и пошел назад. Отлично. Плюс здесь неподалеку еще одна разрушенная ферма. Возможно, тот, кто уничтожил эту ферму, ответственен за уничтожение и другой. Так, ящерица. Никого ужасного не вижу, но сундука, который обычно бывает на ферме, тоже. Странно. Ну ладно. Так, дальше опять глорхи. О, это странники, отлично. Еще я... Да, еще ягода гоблина. Ну, замечательно. С другой стороны, странники могли бы вообще у себя их выращивать, почему бы нет. Ягоды дорогие, пользуются спросом. Так, странник, 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 странник. Здесь только с дроидом можно поговорить. Ну, видимо, да. Ух ты, какой ты рогатый. Здорово. Ты слишком громкий. Распугаешь всю дичь. Меня зовут Торн. Я друид и воин Аданоса. Ты не такой, как остальные. А какой я? С чего ты взял, что знаешь меня? Ты не знаешь покоя, вершитель. У тебя нет родины. Я знаю это. Ты такой же, как я. Когда ты слишком долго живешь на одном месте, тебе начинает казаться, что ты не чувствуешь жизни. Ну, мне особо и не удается на одном месте посидеть. То бежать из тюрьмы нужно, то орки захватывают остров, вот прибыл сюда, теперь тут освобождать все нужно. Ты воин Аданоса? Посмотри, что натворили звери Беляра из-за своей алчности. Людей, которые жили бы свободно и без страха, уже почти не осталось. Я ужас, который постигнет орков, если они осмелятся напасть на наши леса. Слушай, а ты ничего не знаешь про уничтожение фермы? Орки думают, что ты опустошил усадьбу возле Трелиса. И в этом они чертовски правы. Люди, как эти крестьяне, которые работают на орков, лишь усиливают их тыл. Я не могу спокойно смотреть, как люди позволяют порабощать себя, лишь бы продолжить свое жалкое существование. Лучше умереть, чем быть лакеем Белиарового отродья. Я не успокоюсь до тех пор, пока семя зла не исчезнет из наших лесов. Так, понятно. Ну что я тебе могу сказать, Торн? В любом случае, лучше жить, чем умереть. Ну, конечно, может быть, жизнь настолько ужасна, что смерть гораздо приятней, но они просто работают на орков. Им плевать, работать на короля, работать на орков. Они просто хотят жить. И тут приходит правильный друид и их убивает. Ну, просто замечательно. Вот это равновесие называется. Ладно, пока я явно не смогу с ним справиться, но потом нужно будет ему показать настоящее равновесие и справедливость. Научи меня сражаться, как друид. Я знаю, кто ты, вершитель. А еще я знаю, что твой путь не предопределен богами. Откуда я знаю, что ты не станешь использовать силу камней друидов против нас же, друидов? Ну... Я не планирую их вообще использовать. Я хотел, чтобы ты меня обучил, например, магии, использовать посохи и так далее, алхимии, может быть. Ладно, испытай меня. Возьми меня на испытание. Отправляйся в Гельдерн и убеди людей сражаться против орков на твоей стороне. Тогда я научу тебя магии друидов, вершитель. Так-то просто. Расскажи мне о камнях друидов. Это священные камни Аданоса, источники нашего бытия. Их 6. 6, как число их хозяев. В
каждом камне живет сила какого-либо животного. Мой камень — это камень Глорха. А, я подумал о лене. Ну ладно, а что у тебя есть? Покажи мне свой товар. Итак, у него посох друина, мана 150, жизненная энергия 150, выносливость 150, урон 130, диапазон 154. Кстати, неплохой посох, но... даже я не знаю. Древнее знание требуется 175, у меня такого нет. Так, по поводу снаряжения. Ничего достойного я не вижу, плюс все очень дорого. Просто необычайно дорого. Да и в целом меня ничего не интересует здесь. Так, ладно, спасибо, Торн. Мам, для тебя специальное задание. У меня для тебя есть особое поручение. Ты наемник, не боишься запачкать руки за вознаграждение? Один из моих людей предал меня и бежал. Занес за нарушение клятвы Аданаса смерть. Ну, с учетом того, что ты творишь, я бы на его месте тоже сбежал. Но расскажи-ка поподробнее. Я позабочусь о предателе. Есть предложение, где его искать? Мои люди видели, как он убегал в сторону Трелиса. В крепость он не сунется, чтобы я поискал его на фермах. Угу. Хорошо. Нужно держать ухо востро. Если это какой-то действительно предатель, вдруг он на меня использует магию в то время, пока я его не заметил. Так, ладно. Ближайшая ферма вот. Тут можно попробовать посмотреть всякие травки, но в тот же Гильдерн я пока не планирую отправляться, это будет неправильно. Я в Трелисе не разобрался с делами, и уже все бросаю и отправляюсь в следующий город. Так, адский грибок. Огненная травка. Странный гриб. И еще один. Дрова. Кстати, пока я не видел никого, кто мне продал бы дуб. Напомню, что дуб необходим для улучшения арбалета наемника. Так, тут... вроде ничего интересного или ценного не вижу, поэтому спрыгивать, кажется, не имеет смысла. Давай сбегаем на соседние фермы и попробуем поискать там друида. Кстати, вот что за сооружение там впереди? Хотя я уже близок к Гильдерну, между прочим. Вон там, кажется, уже крепостные стены. Если друид сбежал, то вряд ли он станет обитать на соседней ферме. Плюс вряд ли он станет обитать на разрушенной ферме. То есть, как я подозреваю, он будет либо на какой-то из восточных ферм, либо на той ферме, которую я еще и не осматривал. Я помню, что когда пробегал к Трелису, была еще одна ферма, вроде как разрушенная потрошителями. Может, он там где-то сидит. Но с другой стороны, кстати, он мог там создать голема, и тогда я с ним не смогу справиться. Дай-ка я передам оркам новость о том, что это действительно сделал друид, и пускай они сами с ним разбираются. Ферму разгромил друид Торн. Он и убил всех крестьян. Мерзкая свинья. Так я и думал. Ты хорошо поработал. Вот тебе немного золота. Надеюсь, ты убил Торна за это? Нет. Жаль. Тогда, видимо, мне самому придется уладить это. У тебя есть что сообщить Торусу? Скажи ему, что от фермы больше ждать нечего. Ну почему нечего? Можно сюда пригнать людей. Опять же, построить заново дом. Что тут выращивали? Коров, судя по всему. Не вижу никаких проблем. Вот корова есть живая. Завести еще куриц, свиней и так далее. И разводить их. Подумаешь, сломали дом. Плюс на ферме оставить какую-то хотя бы охрану. Или из орков, или из наемников. А то ферма здесь абсолютно беззащитна. Так, кротокрыс.
чего я тебя не осмотрел. А также хочется немного погулять под трейлисом вот здесь, по этой луже. Там, возможно, тоже есть что-то интересное, но предлагаю попробовать поискать друида на другой ферме. Плюс осмотреть восточную ферму. Потому что с восточной стороны я практически ничего не осматривал. Кроме того, мне необходимо найти алхимика Вадгадра. И на западе я его не нашел. Значит, он будет на востоке. Кроме того, можно отправиться на раскопки к храму, но это, мне кажется, займет слишком много времени, и лучше целый день посвятить этому. Итак, вот здесь впереди где-то будет разрушенная ферма и потрошители. А, еще одна пещера. Да, а кто здесь живет? Ага. Здорово, Свинтус. Фух, вот это я уклонился. Но его определенно нужно выманивать. Пытаться расстрелять в пещере не в... И вот спрятался негодяй. Может, мне сделать какую-то приманку? Ну или просто быть готовым, чтобы совершить выстрел в упор. Или кто-то отойдет подальше. На тебе стрелу. И еще одно врыло. И осталось буквально две стрелы, и он готов. Только не виляй, пожалуйста. Отлично. Он тут был один. Странно, конечно, но ладно. Итак, что здесь? Здесь ржавый боевой топорик. Сокровищ. А, тут кто-то еще закопан. Честно говоря, если бы не надпись, я бы не заметил. Золотой кубок, ожерелье, ну, мелочевка. С другой стороны, приятно. Так, я заметил воина-ветерана, это опять же орк. Тут сундучок, не помню, смотрел его, нет. Я здесь просто пробежал, особо не оглядывался никуда. Лишь бы добраться до трейлиса ночью, и все. Так, колчан стрел неплохо. Дрова будут моими. Чугун, корешок. Что-то я заметил. Не понимаю кого, но кого-то вижу. В пне никого нет. И тут уже побережье и шныги. По-моему, ядовитый должен быть. Нет, просто болотный шныг и очередная разрушенная ферма. А тут обитает еще и носорог. Так, болотный шныг, насколько ты здоров? Давай проверим. Отлично. И он был один. У болотного шныга есть ядовитый пузырь. Этот товар пользуется большим спросом в Аранте. Ну да, видимо, его яд используют для клинков, для стрел. Колючий стальник. Вижу уже храм, раскопки которого проводит
А почему носорог зеленый? Он что, больной? А огонь? Великолепно. Еще колючий стальник на всякий случай соберу. Так, ну и, наверное, последний шных. И потом разворачиваюсь. Стрелять в носорогов как-то не особо хочется, потому что они весьма здоровые. Для них потребуется много стрел. И не то, чтобы что-то интересное с них можно получить. Вот куда ты попёр? Какой ты хитрый, еще выглядывает из-за камня. И, честно говоря, ничего здесь интересного я не вижу. Так, ладно. В обход носорогов побежал. На этой ферме тоже предателя-друида нет. Может, он все-таки к Гильдорну отправился? Потому что весьма странно идти к Трейлису. То есть зажиматься где-то между своим отрядом друидов, который ты предал, и орками. Лечебная трава, дикая ягода, огненная крапивка. А, гоблин. Гоблин-одиночка, не знаю, что там забыл. Ага, а вот и потрошители. И я их услышал. Их дикое хрюканье. Главное, чтобы они вдвоем ко мне не побежали. И тогда проблем не будет. А, огонь. Высоко. А, побегу тут втроем. Осталось двое. А, допустим. Чисто технически, конечно, я мог бы попытаться запрыгнуть на какую-нибудь крышу, но мне кажется, проще отбежать, сделать выстрел и попасть. Ой-ой-ой-ой. А, так, не скатываться ни в коем случае. За мной еще захочет побежать носорог. Это будет фиаско. Или он за мной уже побежал. Нет. По крайней мере, только потрошитель. Хорошо. Мимо. Молодец. Ну, по крайней мере, я расчистил здесь площадку для маневров. Готово. И остался еще один. Кстати, а судя по всему, клетвопреступник это будет странник. Ну или какой-то начинающий друид, у которого нету камня превращения. Потому что я сейчас подумал, а вдруг он превратится в зверя и потом ищи его свищи. Отлично. Дикая ягодка. Сундучок. Мелочевка. Это просто гриб, который меня не интересует, но выглядел он весьма странно. Жабий ясменник. Но с учетом того, что здесь жили потрошители, вряд ли тут будет сидеть странник где-то.
Так, теперь можно отправиться в сторону фермы Деррика. И если там нету предателя, то я вообще не знаю, где он может быть. Этот сундук я осматривал. Тут как раз-таки боролся с волками в ночи. На побережье вроде тоже все в порядке. Но разве что остаются фермы, которые могут быть расположены где-то на том побережье. Ну давай-ка я сбегаю к Дереку. Вдруг он пригрел предателя. Так, это просто ветка. Так, Бен. Некоторые вещи а, здорово, Дерек. Изменится. Чи приходил там сюда не заходил один странник? Гонец. Странник? Видишь, от их смешных, ты про этим бродил? Не видел им же не, не заходил. Але если бы, если бы зашел, надолго, то надолго бы не задержался. Дуже проблему. Угу. Так, понятно, значит мне на предыдущей ферме тоже нужно будет спросить. И скорее всего они скажут, что да, был странник, и он отправился туда-то, туда-то. Окей. Так, я думаю, не гораздо знаю, быстрее будет использовать телепорт. Валяются мертвецкие огры. И вот здесь чуть подальше еще одна ферма. Кстати, я не проверял, а за ней есть ли еще ферма? А вдруг действительно будет? А, так, с Колом не стоит говорить. Здоров, Формон. А мимо твоей фермы не проходил странник? Так, да, проходил один. Ему была нужна крестьянская помощь, в обмен он дал мне свою. Сразу же после этого он отправился к перевалу. Угу. А, ему одежда нужна была, он отдал свою. А эта одежда убрания? Все еще у тебя? Ну, ну да. Чи можешь мне спродать? Можешь мне продать ее? А почему бы и нет? Не она обойдется тебе недешево. 7000 монет, ага, как же. За эти деньги он, наверное, несколько месяцев, если не полгода, может выплачивать свою арендную плату. Так, вижу лося. На перевал я не пойду, а попытаюсь осмотреть что-то около перевала. Если, конечно, замечу здесь странника, это хорошо. Не замечу, ну, в следующий... Так, меня заметил бешеный кротокрыс. Они жутко шустрые. Я не понимаю, почему. Казалось бы, это какое-то неповоротливое существо. Но какие же они быстрые. Так. Как тебя смотреть? А, тут на побережье... Вроде бы все спокойно. Жабий ясменник мне как-то лениво подбирать один. Мостик и пристань. Хм. А может тогда он построил лодку и просто поплыл куда-нибудь? Впереди только болотный шных. Есть домик. Домик заброшенный, рядом дикий вепрь. Два диких вепря. Три диких вепря. Раньше они как-то убивались гораздо легче. Возможно, стали пожирнее.
Нет, я, конечно, все понимаю, но каким образом и зачем он избрал такой маршрут? То есть решил меня окружить. Мне кажется, животные так не поступают. Еще одна тварь. Еще больше. Вот, получи по заслугам. Кстати, вепри сразу переключаются на кого-то другого. В отличие от тех же волков и саблезубов. Кажется, тоже как-то странно. И, как я понимаю, вот эта вот хижина около пристани, это какая-то комнатушка, домик пиратов. Потому что там я увидел бутылки с вином, с ромом. Ящерица лазит по стенам. Каким стенам? По скалам. Так, еще один бешеный крутокрыс. Дай-ка я тебе сразу пристрелю. Отлично. Мелочевка. Деревяхи не собрать. Плуг валяется, бесхозный. Так, где-то здесь должны быть кабаны. Мимо. Отлично. Желательно, конечно, в рыло попасть. Но я просто не понимаю, что из себя представляет там кабан в этой траве. Вот вепрь. Он там чем-то где-то дергает. Я стреляю в его направлении. А, вот, все, понял. Этот развернулся и пошел уклоняться от моих выстрелов. Естественно, промах. Да еще и укусили так больно. Одна стрела осталась. На тебе врыло. Еще добил копьем. Чугун, корешок. В телеге вроде ничего нет. Чёртова ящерица. Она своим криком меня напугала реально. Так. Болотный шнех. О, ничего себе, у вас тут семейка. Я думал, он будет один. Но с другой стороны, внезапно со шныгами гораздо проще расправиться, чем с вепрем. Потому что вепрь гораздо быстрее. Главное, чтобы они меня не окружили. Готово. Раненый уходит, зализывает свои раны.
Отлично. Дикая ягодка. Магический корешок. Так, есть ли в этой халупе что-то интересное или ценное? Вино, вино. Ух ты, что случилось? Все затряслось. И сундучок с мелочевкой. Предлагаю немного осмотреть это побережье. Ну, коль шныгов я здесь отстрелял, может, есть что-то еще ценное, интересное. Ну, вот, например, ластоцвет, а там еще один болотный шных. Один ли? Вроде бы один. Как же прекрасно их отстреливать. По сравнению со всякими кабанами, глорхами. Так, там черепашка. Шных вроде ничего важного не охранял здесь. Так, меня кто-то... А, меня заметил другой шных, который где-то сидел в траве. Далее, здесь больше никого опасного нет, растения манны. Давай-ка съем сразу ластоцвет, чтобы про него не забыть. Хреб. А я понимаю, что сейчас иду не к перевалу на Варант, где предположительно должен быть для этого преступник, но хочу осмотреть вот это местечко. Есть ли здесь вообще что-то интересное, пока я прохожу рядом? Телега. В телеге нет ничего. Вообще странно, а что здесь делает телега? Тут нет никакой дороги, ни фермы. Ну, с другой стороны, может, был корабль, он пришвартовался, что-то выгружали. Ржавый меч. Сломано. Сломано. А, право, лево. Начнем заново. Понятно. Допустил все возможные ошибки. Мелочевка. Заметил, между прочим, Стоунхендж. И... Нет, ну, конечно, так можно и до Бак... Ух ты, что-то спрятано. Хотел сказать, до Бакареша дойти. Но давай вот здесь остановимся, потому что ты дальше посмотри. Я вижу уже пустыня. Магическая руда. Это мелочевка. Там уже начинаются какие-то пустынные земли. И туда я тогда не пойду. Побежали к перевалу на Варант. Попробую там найти этого клятого преступника, но у меня есть такое ощущение, что, скорее всего, он присоединился к бандитам, которые, скорее всего, будут контролировать этот перевал. Как же у меня много зелий восстановления выносливости. Можно практически бесконечно их пить.
растение манны. Так, еще один шершень. Правда, не понимаю, где он там. В этой траве. Пытаюсь попасть на чувстве. Но оно меня подводит. Где-то тут. Где-то там. Чертов ш... А, вот он. Ой. А вот этого я вообще не видел. Противоядие, по-моему, пьется как заклинание. Или же нет? Или же да? Я не помню. Давай-ка я просто восстановлюсь. И пристрелю этого шершня. Ну, такой подставы я, конечно, не ожидал. Кстати, интересно, а яд одинаковый? Я теряю по 5 единиц здоровья. Просто чтобы понять, сколько мой яд наносит повреждений. Действует секунд, наверное, где-то 10, 20, 30. То есть урон где-то 100, 150. Черт, какие же вы незаметные. Вот он сидит. Носорогов опять же трогать не хочу. Мимо. Отлично. Мелочевка. Вижу впереди еще какой-то домик, в котором вдруг обитает этот клятый преступник. Честно говоря, я его наказывать не хочу. А тут мракорис обитает. Тут мракорис, там носорог. Но с другой стороны, мракорис вроде как не представляет для меня опасности. Это ж не кротокрыс спритнтер. А обычный какой-то медленный противник. Даже если два мракориса просто взял, пострелял, отбежал, повторил. Главное, чтобы стрел хватило. Так, а ну-ка не возвращайся. Да ладно, не дострелил. Да, нельзя отпускать, а то восстановит еще здоровье. Фух. Я уже готов был убегать. Так, носороги, не обращайте на меня внимания, и я не буду обращать внимания на вас. Тут где-то обитал еще один мракорис, только понять где. А вот он, судя по всему, тоже спит. Огонь. Не понимаю, почему промахиваюсь. А вот и попал. Еще раз. И давай-ка я лучше убегу. Мракорис, не дергайся. Дорогу усеял трупами. А потом будет проходить какой-то охотник, разделает остатки. Но в любом случае я все мясо ж не собираю, остается там что-нибудь. Так, змея. Разрушенная ферма. Еще одна. Сломана. Два раза право, лево. Мелочевка.
Отдали магический корешок. Неужели мракориса ничего ценного не хранили? Хотя... Нет, это самая обычная ягода. Тут тоже мелочевка. Так, погоди, я не верю, что тут нет ничего интересного. Например, как какой-нибудь драконий корешок или что-то еще подобное. Но чугун корень — это несерьезно. Санцегляд тоже. К сожалению, я слышу еще волков. Волки — это самая большая проблема, которая может мне повстречаться, потому что они быстрые, да еще перемещаются стаями. Так, еще один потрошитель на дороге. А, огонь. Не один. Трое. А, как я сейчас промахнулся? Не понимаю, почему они постоянно виляют. Это же дикие животные. Ладно, так человек, орк, кто-то сознательный, кто понимает, чтобы в него не попали, нужно как-то змейкой бежать, уклоняться. Но тут-то почему? Так. Огонь. Слабо натянул. Отлично. Так, пока клятва преступника я не вижу совершенно. Плюс есть поворот на какую-то еще разрушенную ферму, только что заметил. А тут обитают шершни. Что здесь делали эти потрошители? Они распотрошили какой-то караван, судя по всему. Крепкий сундучок. Сломано. Начнем заново. Право, лево. Сломано. Допустил все возможные ошибки. Сон. Это приятно. Остальное мелочевка. Тролли. Кстати, можно просто проверить, а сколько повреждений я нанесу тролли? Ну, чисто так убедиться, что лучше с ним не связываться. Так, тут змейка. Давай-ка посмотрю, что на этой ферме случилось. А, честно говоря, до этого момента я думал, что Монтера — это буквально сердце Миртаны, где тысяча ферм, где производится основное продовольствие. Но судя по тому, что сейчас я вижу, вокруг Трелиса ферм гораздо больше. Так, там какие-то зомбарили, кто-то похожий на них. Лети, пожалуйста, ровно. Это было близко. Отлично. Кстати, у кого было около 500 стрел? 316. На начало серии было 272. Вот это я, называется, пострелял. Так, тут обитают лешие. Тут толком-то и леса нет. Они приперлись, разрушили ферму и пошли дальше. А далее. Волчанка.
возможно, для зелий пригодится. Другого практического применения я не вижу для нее. Тут носороги. Так что со временем? 8 часов вечера. Скоро станет очень темно и придется вернуться в Трелис. Ладно, дальше по дороге на Варан пройду. То, что ферма разрушена, я увидел. То, что лешие там тоже. Но они обычно очень прочные, здоровые. Связываться с ними не хочу. Глорх. Честно говоря, с ними тоже связываться не хочу, потому что они жутко шустрые. Ладно, получается, клятого преступника я на текущий момент не нашел. Давай-ка попробую пострелять в леших. Может, из этого что-то получится. Только их двое. Это будет очень долго. 69. А, их даже трое. Нет, ну это уже не серьезно. Так, главное не скатиться. Плюс они вроде как умеют спринтовать. А тогда, сейчас от меня лешие отстанут. И я попробую выстрелить в тролля. Чтобы понять, а стоит ли вообще с ними связываться. Что я помню о троллях? Это достаточно медленные создания. Я надеюсь, что это не горные тролли, которые бегают как... сумасшедшие. Если это они, то я труп. Огонь. Ну... Да нет, вроде неспешные тролли, но 28 единиц повреждений — это несерьезно. Ладно, вернусь в Трелис. Получается, что? Я набрал не так много репутации. Меня сейчас к Ваку не пустят. С другой стороны, я могу доложить Торусу хоть какую-то информацию. Эй. Усадьба на западе разорена, там нет ни одной живой души. Я так и знал. Можно только надеяться, что происшествие останется единичным случаем. Иначе нам придется обходиться караванами. И для Трелиса это будет накладно. Вот твое жалование. Репутация плюс 8. Ну, то, что вам придется довольствоваться караванами, это выглядит весьма странно. Из Варанта явно караван не придет. Из Монтеры. Ну, можно. Тут как раз-таки бандитов нет. С другой стороны, повстанцы контролируют окрестности. Да, Трелису будет весьма-весьма тяжело. И здесь мне делать пока нечего. Мне придется тогда смотреть... вот эту территорию. Кстати, а что там за домик? Давай-ка я к этому домику по-быстрому сбегаю и узнаю, кто там живет. Или просто дойду до этого домика, найду там костер и остановимся на этом. Ах ты, проклятый шершень, прилетевший сбоку. Я видел, что он меня кусает, но я успел уклониться. Орк, тебе плевать на шершни? Я услышал, что кто-то где-то что-то орет. Но оркам почему-то плевать на шершни. Возможно, они не считают их серьезными, достойными соперниками, но... черт подери, они могут травить... Потом человек заболеет, не найдет противоядия, и вместо того, чтобы умереть, его кто-то похитит. Поэтому шершней нужно определенно уничтожать. Так, отдай мне свое жало. Утренняя роса. Иду прямиком к этому домику. Так, лечебный корешок. И там порабощенный охотник. Давай сядем около костра, расслабимся
отдохнем. Вот, кстати, и Авогадро. Так, как бы мне посмотреть на этот костер? Парни, подвиньтесь. Вот черт. Они сели специально так, что я не могу глянуть. Я долго пытался посмотреть на этот костер, но ничего не вышло. Итак, пожалуй, на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока.